Да, yes. Рыжий, давай же. Like, come on. Это было потрясающе. Awesome. Добро пожаловать в Eris in the Nation. Это случилось всего 3 часа назад. Я здесь из-за этого. И Пласидо Доминго, сам легендарный человек с этой легендой, еще одна легенда о человеке по имени Димаш. Я так жду этого с нетерпением. Это дуэт ловца жемчуга в честь святого храма. Я не могу дождаться. Послушай, это настоящий момент. Это настоящий момент. Это только для меня. В этом так много легендарного. В этом есть все. Я даже не знаю, как это выразить словами, но я так взволнован этим. Как только вы, ребята, начали комментировать, и он поет дуэтом с Доминго. И я такой, святой Моисей, это потрясающе. Я должен присутствовать при этом моменте. Итак, 3 часа назад. Ребята, давайте сделаем это. Ты готов? Давай я поставлю это в очередь. 3, 2, 1. 2, 1. Поехали, чувак. Let's go, man. Thank you.
Да, ну же, давай же. Yes. Like, come on. Это было потрясающе. That was awesome. О боже мой. Oh my God. О боже мой, чувак. Oh my God, man. О, браво, чувак. Вау. Oh, bravo, man. Wow. Wow. О боже мой. Oh my goodness. Это был незабываемый момент. О боже мой. Что это был за момент? Послушай, это он и есть. Все в порядке. Как мне хотя бы начать разбираться в этом? Плейсер Доминго, легенда. Все в порядке, легенда. Я знаю. Помоги мне выбраться. Я знаю это совершенно точно. Я не знаю ни одной из их песен, ни того, что они поют. Но я знаю о них. Я знаю, как его зовут. Может, это Паваротти? Это Плейсер Доминго и Андреа Бочелли. Похоже, это те, кого я знаю. Я даже не фанат оперы и не слежу за ней. Я просто знаю, как их зовут. Вот откуда я знаю их легенды, если знаю, как их зовут. Все в порядке. Так что выступать на одной сцене с Димашем – это потрясающе. Я ценю упорный труд и преданность делу. И я просто вижу этот легендарный момент. Это почти как передача факела. Знаешь, наверное, в каком-то символическом смысле. Но знаешь, он все еще остается Пласидо Доминго, все еще остается Пласидо Доминго. Но можно сказать, что это возвышает Димаша, и он поет в таком стиле, в каком я еще не видел, чтобы он пел. Не так ли? Просто ты мог бы сказать, что все это исходит отсюда. Ты прав. И я верю, что именно отсюда происходит опера. Это похоже на то, как если бы ты просто пел ее про себя, и она наполняла тебя энергией. И я только что увидел, что все было по-другому. И я такой, это просто, я имею в виду, ребята, мы должны послушать песню Пласидо Доминго и Димаша. Что? Я закончил. Это просто легенда. Я так рад, что знал об уведомлениях. Я знал, что это происходит. Послушайте, ребята, все вы, дорогие мои, вы все настоящие легенды. Спасибо вам за то, что вы намекаете, оставляете намеки. Эй, он собирается спеть дуэтом с Пласидо Доминго. Будьте начеку. Песня сорвалась, и я такой, не могу дождаться, когда смогу это сделать. Мне нужно это услышать. И это было прекрасно. Это было прекрасно. Это была не просто красивая песня, не просто тональность, не просто ощущение оркестра, каким большим он был, каким интимным и мощным. Но и то, насколько важным было присутствие обоих этих людей на сцене, на той же стадии. Это просто потрясающе. Для меня это просто потрясающе. Для меня это очень важно. У меня такое чувство, что я только что стал свидетелем момента величия, который мне не понравится и который просто не повторится. У меня такое чувство, что все это в одном флаконе. И это не могло случиться. Этот момент не мог бы случиться с лучшим человеком, каким является Димаш. Димаш скромный, он добрый, и он свет в мире тьмы. И я поддерживаю все, что делает Димаш. Вы, ребята, знаете, что я здесь ради этого. У меня такое чувство, что я просто несу какую-то чушь. Ребята, послушайте, это очень позднее видео. Это очень позднее видео. Я знаю, что большинство из вас, ребята, скорее всего, не получат этого уведомления. И для тех, кто здесь новичок, послушайте, ребята, это единственный раз, когда я собираюсь сказать это на любом Димаше, когда вы можете меня убедить в этом. Убедись, что тебе нравится, и нажми на кнопку подписаться. Мы уже в пути. Для тех из вас, кто новичок, мы много снимали Димаша на нашем канале. Это есть в отдельном плейлисте, в плейлисте Димаша. Ты можешь увидеть мой путь и понять, кто этот парень. Мы еще далеки от завершения, очень далеки от завершения. Но мы просмотрели так много материалов о Димаше и выяснили, кто он такой. Нам еще многое предстоит разобрать. Нам еще многое предстоит разобрать. Так что путешествие, ребята, на самом деле только начинается здесь, на этом канале. Так что в любом случае это было очень приятно. Я чувствую, что недостоин того, чтобы испытать это. Боже, как же я люблю интернет. Чувак, я люблю интернет именно по этой причине. Именно по этой причине я могу получить доступ к ключевым моментам человеческой истории. И это один из них. В любом случае, вы, ребята, легенды. Я знаю, что вы все были мне очень дороги. Мы все здесь такие милые. Но для меня вы все легенды. И как легенды, обязательно отключитесь от сети и сделайте что-нибудь легендарное. Увидимся со всеми вами в следующем видео. Позже, ребята.